Всем привет! Снова я. Я вот хотел показать, я вот шью себе вот такой вот пиджачок. Вот такая вот ткань. Сейчас покажу. У меня такой бардак вот. Еще со вчерашнего дня я вечером шила. Вот. Вот такой у меня пиджачок. Еще не дошила, вот буду вечером обрабатывать все. Вот. Вечером потом одену, покажу или завтра. Не знаю, как получится, посмотрим. Вот шью я себе такой пиджачок. Вот взяла я модельку вот из этого журнала. Года. Вот такой вот. Здесь, значит, модельку у меня. Найду. Для пола здесь. Такой платье хороший, мне нравится. Я хочу на Лиду тоже сшить. Вот. Жакет. Такой вот жакет я хотела сшить, ну не такой, модель такая. Вот. И вот что у меня получилось. Вот я выкройки сделала. Думаю, выкройки вчера весь вечер сидела, вот все сделала, выкраивала. Краится он по косой бейке. Вот. Видите, я вечером одену, покажу, может быть, завтра утром посмотрим. Вот такой вот жакетик я себе шью. В общем, так вот делаю пирожочки с картошечкой. Вот я уже нажарила, сейчас покажу. Вот. Это у меня тесто. Вот так хорошо. Вот столько я нажарила уже. Такие вот они. Пирожки вкусные. Вот так вот я жарю. Пирожки вкусные, правда. Или то, что я так давно их не жарила. И прям я уже
уже два пирожка с таким удовольствием слопала. Пирожки, правда, что-то такие вкусные прям. Я же говорю, наверное, еще раз повторюсь, это, наверное, или то, что давно не жарила. Вот я тут смазываю маслом. И руки маслом мажу. Вот так вот я их делаю. Вот такие вот у нас сегодня пирожочки. Что-то так захотелось пирожков. Вот. И вот так вот мы их жарим. Делаем. Тесто, правда, хорошее получилось. Я, значит, молоко, пол-литра молока, пол-литра воды разбавила. Молоко такое уже, это, закисло. Его кипятить нельзя. Оно и не кислое, и не пресное. Уже такое скисшее молоко. Я добавила воды. И это, две пачки дрожжей маленьких, сухих, положила. А муки я на глаз, вот чтобы тесто такое не крутое было, вот оно такое вот мягкое. Потому что когда крутое делаешь, они не очень вкусные получаются, они жесткие получаются. А когда такое тесто жидковатое, мягкое, они получаются вкусные. Вот у нас такой маленький, вот Моцарт у нас, Мотя. Искупался он у нас мокренький. Купался, мы его купали. Мотя. Вот он и мокренький. Ай, мой хороший. Ай, мой маленький. Дима, я снимаю на видео. Это мось. Ай, ты мой хороший. Мы купались, у нас банный день. Да, Мотя? Мотя. Ай, какой хороший. Чистенький будет он у нас. Толстенький, чистенький. Ой, откормили. Сколько ему уже? Ой, ну с 2014-го. 14 года? Да. Вот так ему большие, вот. Ой, какие большие.